Третий заход делаем. Так, купить молот. Делаем третий заход. Я буду ночью спать, и будет палец дергаться 100%. Как у многих глаза от количества контента. Так. Есть, побежали дальше. Ну, побежали. Постараемся побыстрее, потому что очень много еще делать надо всего на аккаунте. Кстати, интересно, сколько у нас уже там карт? Ради интереса. Шестьсот карт нахреначили. Неплохо. Так, что-то перестало падать нормально. Походу, Саня начал перебивать. Наш стрим. Рекорд поставим. Карты будем по-любому сливать на рекорды. Я там прошел так, лишь бы пройти. Так, побежали дальше. Ну, тыковку, я так понял, мы не соберем. Не светит нам. Некрас так тоже, я смотрю, что не светит. Надо писать, чтобы они почту увеличили и сделали дроп сразу в алтарь, точнее в склад, потому что, ну, убивается, блин, пару часов на акцию, которая реально он начинает томить. Вот так вот бегаешь с одного на другое. Так, что-то кулаки перестали падать. С 500к на китайке мы бы по-любому получили пару некросов. По-любому. Это только у нас могут так задвинуть все. Карта? Не, еще 1000 кулаков. Ну, вообще, красавчики. Люблю IGG. Наконец-то они услышали, что мне нужны кулаки. Так. Побежали дальше. Вот так надо делать контент, а не сидеть полчаса, блин, открывать на 20к. Надо все быстро делать, а то палец устанет. Да, кулачков что-то начали меньше давать. СП нужны, а не кулаки, да? Привет. Так, побежали дальше. Да, кто только пришел, много пропустил.
однообразного контента. Многим будет, ну, вот этот дракончик, который там молниями хреначит, ночью снится. С тех сундуков реально ничего годного нету. С маленьких сундучков сыпет намного круче. Накопленные самые... Аж закашлялся. Так, есть. Побежали дальше. А представьте, сколько надо было, если бы я вот так вот озвучивал. О, 100 кулаков. О, еще раз 100. Охренеть. Еще раз 100 кулаков упало. Можно еще медленнее смотреть. Фиолетовый, синенький, зелененький, синенький, синенький, зелененький. Реально, тут даже на ускорялке харит уже жать. Ну, Некрос нам не пришел. Три Анубиса. Странно. Странно, странно, странно. Ну, в принципе, чего странного? Это и ожидалось на русском сервере, что халявы не будет. Если он кому-то и падает, то на начальном аккаунте. Ну вот, блин, вот, конечно, с акциями им надо что-то думать, потому что реально очень неудобно. Вот, ребятушки, смотрите и сами решайте, повезет вам или нет. Просто я уже эти рандомы же знаю на всех акциях. Поэтому надеяться. Карта. Охренеть. Охренеть, ребята, 10. Прям топ, блядь. Целых 10. Блядь, закашлялся. Охренеть. Целых 10 осколков карты. А у меня их-то всего 960. Недостающих 10. Бля, повезло. Реально. Просто топ-контент от IGG. Спасибо им, я не ожидал. Так. Ну, пилим дальше. Ломаем. Ломаем. Ломаем игру. А, уже опять осколков до хрена. Бля, это жесть. Они отжигают просто. Ну, побежали. Что делать? Придется сейчас открывать. Открываем. Где там наши осколки? Просто я бы назвал эту акцию не рулетка там, или там, как оно там называется, фортуна бога грома, похрен как. Я бы назвал просто убивание времени там, либо, я не знаю, как-то, потому что мы тратим, блядь, больше на открытие вот этих вот ненужных плюшек, чем реально на саму акцию. Да, Даша, с днем рождения. Забыли поздравить. Поздравьте Дашу с днем рождения. Если бы здесь падали коробки вместо
третьих сетов рун, то тут бы было около 100 коробок. Но нахрен, мне в принципе лучше пусть падают третьи сеты рун, чем коробки, потому что мне уже некому таланты ставить. Поэтому в моем случае мне наоборот это выгодно. В вашем случае это реально говно. Но это сделана акция чисто под меня, поэтому расслабьтесь. Халявы не будет. Что там у нас, музычка кончилась даже, охренеть. Сейчас. А, не, есть музычка. Что могу вам сказать, ребята? Вот так вот, вот такая вот печальная жизнь донатов. Нового героя я пока не выбивал. Когда выбью, увидите обзор. Либо заходите на VGamers. Там я в основном вечером. Ну, думаю, с начала следующего месяца буду и стримы запускать. Постараюсь на YouTube. Но в основном я стримлю на VGamers. И оттуда уже потом закидываю на YouTube обзоры. Даша, не надо грустить. Надо праздновать день рождения. VGamer слагает, да. Ничего не поделаешь. Ну, там удобней, чем на YouTube. У меня Даша обрезала донатную строку. Так. Надо было посмотреть, сколько времени мы реально сливаем на эти осколки. Палец отдыхает. Когда открываем осколки, палец отдыхает. Не, ребята, я не покажу. Он очень большой. Он не влезет в объектив. За полтора года игры в Castle Clash он не влазит просто в камеру. Что-то вообще не знаю, сколько мотыков собрали. Надеюсь, завтра они добавят уже интересные призы в эту акцию. Там, например, какого-то снеговика, какого-то, не знаю, Купидона, либо хотя бы синий зелень в эту акцию, потому что, ну, неинтересно. Неинтересно вот так вот просто фармить кулаки. Хочется какого-то трэш-контента в этой акции. Эта акция будет запускаться, когда у меня на аккаунте будет там 500 000 самов накоплено, 1 000 000, тогда они будут ее запускать. По-другому нельзя.
Ну, просто в эти сундуки сейчас не добавлено, они ничего не добавили. Они должны, по идее, добавлять героев в каждую обнову, добавлять сюда осколки. Они этого не делают, точно так же, как и с картами. Вот поэтому, как бы, накопите 999 сундуков. Ну, не все, правда, вы накопите, но кто накопит. Есть реально смысл их оставить там до лучших времен. А пока, ну, мне-то, в принципе, они не нужны. А те, кто хотят каких-то героев получить определенных, то лучше все-таки оставить их. У меня донат отключен. Я пока ОБС-ку не настроил, поэтому донат не отображается. Ну, вообще трэш. Так. Давайте так на беглую глянем. Хотя, в принципе, давайте добьем попытки, потом будем смотреть. Побежали дальше. Убивать рандом. Ну, в общем, вы сами увидели и поняли, что халявного некроса здесь не будет. Поэтому не надейтесь на это. Анубисы падают, и то падают редко. Вот тыковка пришла. 30, да, мы осколков уже собрали. За 400 косамов, 30 осколков. Как-то очень круто. Сейчас заплачу. Мне не падает. Не падает некрос. Блять. Реально. Будет столько вони, столько будет пуканов гореть мелких, что им не пришел некрос. Да всех будет бомбить. Кто сюда задонит и не упадет. Так, смотрим дальше. Придется, блин, на 20 как хэшек потратить больше. Так хотел повторочку себе на некроса. И как обычно, GG наебалово сделала. Но ничего не поделаешь. Это же русский сервер. Да, и 1/5 коробка всего упала. В принципе, тоже не ахти, я вам скажу. Зато 3 Анубиса. О, рунка. Ну, хоть так. Хоть за это спасибо. Помогаете бездонатным аккаунтам, кулаками. Ребята, у меня на аккаунте уже просто HG поставила блокировку новых героев и новых, не знаю, там, плюшек каких-то. Они уже просто понимают, что если мне это достанется бесплатно, то у меня будет копиться очень много самоцветов. Поэтому они решили, что мне надо некрос, и просто мне его не дают. А дают просто кулаки. Так, ну... Думаю, тут поменьше будет сейчас кулаков.
Так, смотрим дальше. Ну блин, ну реально, не падает ни хрена толкового, только кулаки и все. Там немного еще отдают рун. Да ребята, у меня бездонатный аккаунт. Это все бесплатные попытки. Эджи прислал. Да тут казино IGG, я бы сказал. Зачем вулкан? Тут не вулкан, тут уже IGG. Можно открывать свое казино. Они, походу, это и сделали. Вот смотрите, падают. Кулаки падают, руны падают. Некросы не падают. Реально очень много времени вот это занимает Хербора. Но ничего не поделаешь. Хочешь кулаков? Конечно, накопленные самоцветы. Ты что? Чтобы я донатил в эту игру? У меня даже сила надутая. Каждый день надувается. Так. Побежали дальше. Делать трэш-контент. Интересно, кому-то будут сниться вот эти? Мне-то точно будут сниться вот эти треугольнички и квадратики. О, тыковка, по-моему, упала, если не ошибаюсь. Четвертая? Или мне показалось? Да, четвертая. Надо еще одна. Так, сейчас посмотрим. Надо еще 10 осколков. Еще немного, ребята. Это мы все делали ради облика тыквы. Так, понятно. Да, видите, не получится у нас выбить повторку для эволюции. Придется потратить на 20к кгшек больше. Печалька. А я так хотел 20к кгс экономить. Но и GG, как обычно, меня развели. Сволочи. Ну. Блин, реально столько, я уже не знаю, надо будет, ну уже в принципе надо было поставить, посмотреть, сколько раз реально кликнул за эту акцию. Ну реально жесть. Говорите, халява, да? Ни хрена халявы нету. Да, нормальный скин. Самое главное, что мы сейчас накупим столько кгшек, что можно будет сразу героя вкачать на максимум. Я так надеюсь. Правда, еще щелкать до хрена надо будет всего. Но ничего не поделаешь. Бля, реально уже рука не имеет. Это жесть.
Еще два разочка надо. Ну все, видите, уже просто тупо внизу сундук стоит. Не дает даже кулачков толком. Не знаю, сколько кликов. Так. Карта. Блять, жесть. Просто жесть. Палец уже в судорогах. Так, ну смотрим, что у нас за третий заходик получилось. За третий заходик, ну, 17200, в принципе, в районе 18к. То есть, видите, тут мы видим реально стандарт приблизительно. Делаем вот так. Видите, даже еще осталось. Так, тут у нас 24к. То есть, фактически, где-то падает одинаково все. Поэтому никакого, ребята, здесь рандома нету. Даже можете не надеяться, потому что оно приблизительно где-то плюс-минус получается одинаково все сыпет. Что у нас по пропускам в подземке? Ну, монстр пропуски 878, где-то 800... Даже больше, где-то 820-830 мы получили. Это, ну, в районе 100к, где-то так, я думаю. Так, что у нас еще есть? 40 осколков. Ну, это реально все хрень. 708, блядь, пропусков. Когда я их буду проходить, я даже не знаю. Ну, тут еще будет дохрена кгашек. В принципе, неплохо. Две рунки. Что у нас еще есть? Ну, Анубиса это уже не интересно. Ну, 20 это было. 24 коробки получили, как и в первый раз. Смертельный удар, замедление, бег. Сколько у нас? 11. Практически, если 16 штук, практически будет 5-й сет. Тут тоже почти собрали 5-й сет. Ну, в принципе, неплохо. Сейчас мы будем дальше ролить. Это еще не конец. Расслабьтесь. Надо доролить скин. Так. Побежали.